Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру. Сегодня я хочу снова похвастаться. Опять ходила в женскую поликлинику, в женскую консультацию. И там меня ждал вот такой сюрприз. Тоже абсолютно просто так. От Nutrilac Premium. Ну, понятно, что это, конечно, в первую очередь реклама этого производителя. Они, значит, вкладывают в конверт информацию о своих продуктах. Здесь вот представлены смеси для здоровых детей, рожденных путем кесарева сечения, естественным путем. Смеси для детей с особыми пищевыми потребностями, срыгивание, запоры, колики и так далее. Там прилагается вся информация, да, о том, что такое Nutrilac, какие у них есть сертификаты, заводы и так далее. С этим можно ознакомиться. Что еще есть? Ну, вот так, я, наверное, все вытащу и буду показывать. Есть такие вот брошюрки. Это тоже информация для кормления детей. О составе, какой... Тут полноценный, замечательный состав. Nutrilac Premium. Опять-таки есть предупреждение, что лучше грудного молока для детей ничего нету. Ну вот он якобы настолько адаптирован и похож по составу, что практически как грудное молоко. Источник молочного жира, да, то есть не содержит пальмового жира. Вот, хорошо. Есть очень интересные такие памятки для молодых мам. 5 памяток здесь. Первая памятка – это диарея, что делать, да, если у новорожденного началась диарея, что бывает, ну, конечно же, с рекламой своей продукции. Вторая памятка – это у нас срыгивание, тоже частая проблема, с которой встречаются молодые родители. Если ребенок первый и не знает, что делать, можно почитать, найти очень много хорошей, полезной информации. Так, следующая памятка, ну, наоборот, запоры, да, если у нас первая была диарея, то вторая запор. Ну, родители тоже переживают. Хорошо. Пищевая аллергия. Пищевая аллергия. Как подобрать, видимо, смеси при пищевых аллергиях. И дисбиоз кишечника. Что это такое, как с этим бороться. Вот. Затем мне больше понравились вот такие брошюрки. Это по сбалансированному дополнительному питанию. До, во время и после беременности. То есть, мне, наверное, немножко даже жаль, что такая брошюрка не попадалась мне раньше, потому что во время беременности женщинам приходится принимать очень много различных препаратов, это препараты йода, и, как правило, они все таблетированы, это йод по одной таблетке в день, да, кальций, например, по 2 таблетки в день я принимаю, витамины для беременных тоже 1 таблетка, железо назначили мне, ну, по 2 таблетки, да, жевательный там ферумлек, вот, то есть... Это большое количество таблеток, оно, честно говоря, как-то морально изматывает, что ли, женщину. И вот здесь мне понравилось, что это, видимо, порошок, смесь, 40 миллилитров или миллиграмм достаточно для того, чтобы его, видимо, разводится и получается вот такое питьевое сбалансированное питание, которое удовлетворяет определенные потребности женщины. Ну вот, представлена также схема, что нужно употреблять в еду во время беременности и так далее. Я с удовольствием попробую. И вот еще есть сбалансированное дополнительное питание для стимуляции и поддержания лактации.
обычно как бы проблем с этим не было, но если это как сбалансированное дополнительное питание, я думаю, тоже можно было бы попробовать. Почему нет? Женщина, когда кормит грудью, тоже ребенок из нее высасывает очень много этих питательных веществ. Я думаю, что дополнительное питание оно не помешает. Вот так же выглядит в развороте. Так, еще реклама вкусные полезные каши Винни. Вообще такие каши я видела. Никогда не брала. Но в аптеках, когда заходишь, у них такая запоминающаяся, видимо, все-таки упаковка. И вот такие каши я замечала, что продают в аптеках. В основном с 4, с 5, с 6 месяцев разные. Каши без пальмового масла везде. Надпись. Как начинать прикорм, расписано, да? Такая красивая цветная брошюрка. Тоже очень интересно почитать. И какие были приятные бонусы в пакете. Ну, начнем, наверное, с маленьких. Вот такая отрывная записная книжка. Я вообще люблю такие записные книжки. Их можно листочек оторвать, повесить там на компьютер, на холодильник, еще куда-то на видное место. Напоминалку папе и так далее. Это здорово. Вот такой воздушный шарик можно порадовать старшего ребенка. Бирюзового цвета с маркой Nutrilac премиум. Надуем, поиграем. Для тех, кто работает в медицине, наверное, знают, что ручек много не бывает. Ну, также, я думаю, преподаватели, да, с этим знакомы. Такая фиолетовая ручка на автомате. И к ней идет такого же цвета очень классный подарок. Это корочка свидетельства о рождении. Очень символичная, она мне понравилась, потому что тут Мишка. Вот. Свидетельство о рождении. Всегда эта штука удобная. Раньше такую приходилось покупать, а сейчас она досталась, можно сказать, даром. Здесь есть файлик. Ну, файлик и рекламка, опять-таки. То есть даже не просто так вкладывается свидетельство, а будет в файлике. Туда же можно будет положить еще какие-то документы, да, там прописку и так далее. Вот такие приятные полезности от фирмы Nutrilac. Nutrilac премиум. В прошлый раз порадовал подарками фирму Pampers. О них я уже рассказывала. А сейчас вот Nutrilac. Спасибо компаниям за такие подарки для будущих мам. Всем пока!